Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет. Мы продолжаем играть Dead Island Riptide. Может, найдется. Так, и стрёмное местечко какое-то. Да, я не знаю, это мы где, я что-то подзабыл, если честно. Да, я фонарик, в общем, врубил. Так. Пистолетики тут я вижу. Так, сюда мы даже не заходим, тут, в принципе, зайти-то нельзя. Да. Нет смысла. Потому что тут у нас друзья наши любимые сидят уже. Ты слышишь музыку? Иди сюда. Нет, не слышу. Иди сюда ко мне. Да, да ладно, пошли давай. А, тут получается очень-очень такая вот музыка доставляющая. Не сюда, да? Да, нет, сюда. Так, тут отремонтировать, нет, ничего нельзя. Шкафчики. Побежали. Так, отлично, в шкафчиках были деньги. Так. О, живой, зараза. Притворялся. Хотел нас надуть. Да. Так, ух, ну что, я вырубаю? Куча электронов. Питание. А, это, видимо, свет, да? Включится сейчас. Ну, по сути дела. Да. Ну, как он? Включается, выключается? Да, все, свет включился. О, тут отремонтировать можно, смотри. Угу. Ты там хотел. Там просто 37 уровень, ну, сейчас посмотрим. Так. Клюшка для гольфа отремонтировать, да. Угу. Кухонный нож. А если модернизировать кухонный нож, то он, собственно, точно будет, наверное. Так, не мощное. Где он у меня-то? Ладно, собственно, все, пошли. Че? Угу. А что это за музычка? Парализующий удар, молотов, яд, тяжесть. Нет, яд. О, можно на томагавк. О, можно. Так, ща. Гроза. Электрошторм. А какая разница? Не знаю. Так, ты там модернизируешь, смотри, да, что-то? Ух ты! Смотри. Так, смотри, смотри. Смотрю. Видишь? Ничего себе. А дай мне старую попользоваться. Чего? Ну, вот эту вот, как его, палку твою, которая светилась красным. Горящие? Да-да-да. Так, ща. Где она? Так. Ты слышишь, да, вот эту вот музыку? А, на, выкинул. Так, спасибо. Сзади, 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 она туда полетела куда-то. А. Видишь? Нет. Во-во-во-во, тут. Ага, все, теперь вижу. Так, ну что, принял. Ничего себе. Вот это вот моща сейчас. Немножечко. Вот, замечательно. Угу. Так, идем теперь на задание. Пошли. 20 метров, где-то вот на месте мы. О, тут можно напиток взять, даже цена да. 5 баксов. Я бы на его месте просто разбил бы банкомат и все. Вот этот вот терминал. Какой. Так. Так, ты наверху. Смотри, да? Я понял. Дробаш. Да. Ну сейчас я подбираю. А, по сути дела, все нужно и все можно отремонтировать, поэтому я как бы подбираю все. Ничего себе. Ух ты, так. Смотри. Я вижу. Неплохая шняга у тебя. Ты себе почему такие не делаешь? Ты же тоже можешь. А, я делаю примерно вот такие вот, я улучшаю пока. Ну, так. Улучшение это одно, а к улучшению можно еще вот такое сделать. А сделаю потом. Побежали? Постараюсь сделать. Ладно, нужное оружие просто. Подобрать, так, спокойно. А, я видел тут вот еще ход, смотри. Ай! Тихо, 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 тихо. А то сейчас иди подожжет. Нет, она не выйдет. Смотри, есть двери, можно войти. Смотри, можно обойти. Пошли. Пошли за мной. Да, ща, 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 ща. Воу, тут босс. Убиваем? Да, конечно. А он неуклюжий. Да нет, так. Это не босс, а просто. Да-да-да. Так. Я просто привык, что если огромные размеры, так это сразу босс. А вот это вот уже босс. А вот это уже босс, 100%. Так, такой огромный просто кошмар, да? Так, тут у нас заперто. Ух ты, 5000 урона. Нанес ему? 7000 урона. Так, а давай 8000 урона. Да я его уже убил. Ничего себе. Так. С дробаша. О, я гранату нашел. Кусок дерьма. Замечательно. Отлично. Ты поджигаешь, я электризирую. Да. Пока все отлично у нас. Еще справляемся. Угу. Так, мы побежали. Так. Куда нам? Есть.
Сейчас, подожди, я облутаю. Замечательно, да. 10 метров. Вот где-то вот здесь. Горящие заразы сзади. Включай. Сзади, сзади, сзади. Да, я их отпугиваю, как бы. Точнее, держу на дистанции. Вот зажил, зараза. Так. Это должно потушить. Так, крит удар. Оу! Я и на твой шокер, понял, наступаю, и на свой огонь. Да, да. Тут просто кошмар какой-то творится. Так, пособираю все, что тут можно. Смотри, ты тоже собирай. О, пистолетики. Ну, как патроны для пистолета. Так, замечательно. Так. Ну что, давай, пошли. Так, минутку. Я просто пособирал тут все. Тут очень-очень много вкусняшек было. Так. Отлично. Так, ты где тут? Я гранаты нашел, нифига себе. Гранаты. Нет, ну, гранаты это так вот, да, еще. Не, ну, в принципе. Не явление. Ну, ну что, ты идешь? Да, я иду. 9000 у меня. Собственно. А денег? А нам к следующему заданию сколько тут метров? Не показывает пока. 15 или что-то такое. Охотник за сокровищами. 160 из 250. Так. Так, 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 так. Можно еще вот. То есть не пропускаем ни одну порцию лута. Так, смотри, как они просыпаются, да? В зимней спячке вроде бы были. А теперь смотри. Так. Ну что, нам по прямой? 27 метров. Ух ты, зашкирился, да, тут? Потому что возле меня просто был. Ух. Как перебить. Отлично. Так, ну так быстренько справляемся с этим всем. Так, ну что, можно, в принципе, забегать. Так, я с тобой. Так. Ух, вот этот, как его... Топор вообще офигенный. Я понял. Если я найду, тоже буду радоваться. Да ты же мог взять этот топор, то есть он... А, он 37 уровня, а у меня он есть. Вот томагавк? А, нет, не томагавка. Не... Я, кстати, подходил, он мне не дал топор. Не? Да, он мне не дал. Там одному человеку он дает. Ничего себе. А, это он кинул у меня своим дерьмом. А, да. Твою нихрена себе. А сейчас я справлюсь с ним быстро. Все, я его почти убил. Да. Как сказать? Он горит, получается. Все, я его убил. Ожидания других игроков. Все. Передатчик еще работает. Нам что угодно пригодится. Понял, о результатах доложить. Так. Ну что, используй, пожалуй, аптечку. Брикс? Это полковник Брикс? Брикс мертв. Кто это? Меня прислал подполковник Сэмюэл Харди. Я в Хендерсоне с группой выживших. Нас надо забрать с острова. Да, я бы с радостью вам помог, но не могу. Мне жаль, держитесь. Да что вы за люди такие? Сначала бросайте Баной, теперь Паланай. Баной? Откуда вы знаете про Баной? Вас прислал Харди? Погодите, вы один из иммунных. Мы встречались на корабле. Помните меня? Серпо. Серпо, вы бросили нас на корабле. Пунча. Слушайте, слушайте, мне очень жаль. Мы пытаемся помочь людям. Мы работаем над вакциной. И как только вы найдете, что нужно, взорвете весь остров и всех убьете? Вы меня за дуру держите? С чего вы взяли, черт возьми? Взорвать остров? Это вам Харди сказал? Если так, то это все хрень собачья. То есть вы хотите, чтобы мы вам поверили? Я... Погодите. Что? Карлоу? Вы уверены? Ладно, взять ее. Вперед. Не упустите ее. Простите, у нас мало времени. Я отправлю за вами вертолет. Где вы? В старом кинотеатре. С Харди надо быть начеку. Ему нельзя доверять. Вертолет уже в пути. Так, ну что? Все жарче и жарче. Так, что у нас тут? А по заданию? Тут у нас все. Контрольная точка. Вы не поверите, с кем я только что разговаривал. Там модификация есть, патроны для винтовки. Минуточку. Я уже не знаю, кому доверять. Поговорим, когда я вернусь. Да, я вижу модификацию. Бери-ка. Патроны для винтовки, чертеж.
То есть можно один раз будет попробовать проэкспериментировать это все дело. Так, изношенная палка. Не интересует. В общем, пошли. Куда нам там вниз, да? Спускаться. Да. Так, патрончики. Подожди. Минуточку. Все, я спускаюсь. Ай. Что там? Наступил на свое же, да? Я понял. Так. Ай. Вдвоем, смотри, и огонь, да? И шокер, то есть без шансов у него вообще. То есть рычите, не рычите, нас сейчас не остановить, по сути дела. Ну что, побежали? Так, сейчас тут, смотри, еще полно лута. Так. Патроны к винтовке у меня по полной. Замечательно. Голову тупо зашел, с одного удара снес. Крит удар. Так. Аптечка. Ничего себе. Бычок-то. Давай попробуем. Поиграем. Так. Типа. Нет. Все, теперь точно все это. Угу. Так, ничего себе, тут аптечка сама респавнится. Иди сюда, смотри, какая аптечка респавнится. Я их просто подбираю, пока, собственно, понял. Да. Замечательно. Где? Вот, на стенке. Сейчас будет тут. Не-не-не, сейчас будет, наверное. Так, я могу тебя вылечить, в принципе. Да, пока. Если будет. Да ладно, пошли. Так. Опять эта музыка. Я ее отключил. Так. И в принтере лежат деньги. Как-то странно, да? В ксероксе. Так. Ну что тут по луту? Есть еще. Вот смотри, бесконечные аптечки. Иди сюда. Да пофиг, пошли. Так, я могу сразу же к тебе переместиться. Вот, все. О, 10 глава. Беглец. Так. Ну что... В журнале заданий вы можете увидеть отслеживаемые задания других игроков. Холодное оружие с каждым нанесенным ударом теряет часть своей прочности. Вот так вот. Побежали, так. Побежали. 261 метр. Вновь громила, кстати, уже бил, тут были. Не бил. Да. Тут, кстати, мин уже нету, да? Охрен его знает. Там вроде бы тогда все повзрывали. Побежали. Так, есть тут еще парочку мин, будь осторожен. Уже мигает. А нам сюда. Куда? Да не, я обсматривал лут просто. Так. Тише. Сейчас я мелких убью, чтобы они не мешали. Так. Здрасте. Крит удар сразу же двоим. Ай! Ух! Вот так опасно. Отлично. Лучше ты бей или я бью, потому что вот мы друг другу больше урона наносим. Так, ну что? Уу, я подорвался на меня. А где она там была-то? Ёлки-палки, я ее даже не видел. Ничего себе. Так, ну теперь очень внимательно. А, все, теперь заметил. Потому что тот раз просто не увидел чисто случайно. Так, перезаряжу винтовочку. Мой персонаж говорит, здоровье не то, гадом мочить. Так. Давай, дерьмо. Так, нет, патроны, пожалуй, дорогое удовольствие для них. Буду вот так вот делать. Так, замечательно. Игра чем-то похожа на Dead Rising, да? То есть взорвут остров, да? Типа такого что-то. Модификация оружия, да, такая же самая. То есть можно создавать какие-то плюшки, да? Горящие. Так, то есть все это похоже немножко. С одной стороны. Ты идешь? Так. Да, я сзади тебя. Я просто по ходу дела еще даже не пропускаю лут. Так, вот оно как.
70 метров побежали. Да, 60 уже. Так, это похоже нам ну, перепрыгнуть, да? Так. Сейчас тут опять куча зомби будет. Ну как, они просыпаются. Ну да, там мы просто не будем обращать внимания на них. Сейчас мы к заданию побежим. Ничего себе, буйный какой-то. Привет. А пошли вон. Кто это у нас? Оу, ах вы дерьмище, кусок. Так, смотри, как он меня мразь бьет. А тут кто-нибудь? Не дает вылезть, все, теперь я лезу точно. Фух. Так ваша история о бомбардировке острова была ложью? Мне надо было вас расшевелить, всех и сразу. Единственным способом была угроза бомбардировки. И ведь сработало? Все же сюда добрались. Сделал то, что должен. Да, неужели человек. Вы полагаете, что я поверю хоть единому вашему слову? Идите нахрен! Я к вам в друзья не набиваюсь. Моя задача вытащить людей с этого долбанного острова. Всех поголовно. Ага. А мы все делаем, да? Ты стоишь себе тут и... И черта хоть с два, я допущу, чтобы все остальные погибли. Что? Вы хотите захватить вертолет? Как вы собираетесь его захватывать, если там даже не знают, где мы находимся? Привлечь их внимание, это как раз легко. Надо просто поджечь что-нибудь на крыше. Ну так, чтобы дыма было много, но пожар не разошелся. Вы займетесь этим. А я возьму на себя все остальное. Что остальное? Да. Посмотрю за этим всем. Они очень хорошо горят. Хорошая идея. Смотри, какой он палкой. Да. Лучше против зомби так махал. Поговорите с ней. Да. Катана, нам дадут катану. Так и сделаем. Ничего себе. Так, ну что? Так, сейчас, секунду. Мне дали какой-то пистолет. Супер-пупер. Ага. Ух ты. Я выкидываю хотя нет. Где тут можно... Так, истребляющая мама требуется время 3-4. У кого тут можно все попродавать? У вас появился план победы? Угу. А, не имею понятия, давай спустимся в бар, посмотрим. Возможно, тут даже напитки, смотри, какие-то можно, походу. Мне нужно попродавать все свои вещи. Серьезно? О, вот он, мне вроде в этого чувака. Так, где? Вот. Нет, не вот это, вот. Так, сейчас я попродаю вот это все. Сейчас. Так, тяжелый купить, продать. И... Да. Сигнальная ракета, немного патронов для пистолета. Пожалуй, куплю. Угу. Так, средняя аптечка. Вот так вот, пожалуй, купим. Нормально. Большая аптечка. Замечательно. Модификация большой гвоздь. Где можно все отремонтировать? Так, вот отремонтировать тут, похоже, дело нельзя. Вот тут можно. Где? Так. Сейчас я все отремонтирую. И то же самое, потому что... Так, все это... Я даже хочу что-то модернизировать. Так, как же твоя называется? Пушечка. Пожарный топор, автоматическая винтовка. Соковая лопата, да? Вот это вот у тебя, да? Ну ладно, отремонтировать... Угу. Пушка для гольфа. Ну, можно крафтить, ну, можно себе создавать патроны для винтовки. Так. У меня, в принципе, есть, да, пожарный топор, уровень 37, требуется самодельная нож, когти, молот, пыльская дубинка, соковая лопата, вот. Отремонтировать, замечательно. Угу. И если модернизировать соковую лопату, что, пошли? Сейчас не получится. Ты создавай вот эти модификации все. Угу. Сейчас, подожди. Клюшка для гольфа. Жаклин, я вынуждена попросить. Сороковая лопата и создать сейчас. Меня, теперь модификация колючка, парализующий удар. Смотри, 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 нам нужно вот это поподнимать, что тут есть. Металлический нож. А ну сейчас я хочу посмотреть и пошли. Угу. Я просто хочу, знаешь, посмотреть, на что подходит сейчас твоя еще патрон для винтовки. Так, нет, модификация колючка, что это у нас полицейская дубинка. Так, ничего себе. Яд, тяжесть, патроны, жидкий огонь, атака по области, гроза, атака по области. Утомляющий пожарный топор, давай. Так. Парализующий удар, кухонный нож. Все, смотри, какой я ножик сделал. Ты где? Бери вот эти пленки, что там валяется. Так. Где они? Ага, вижу. Старые катушки, да, с фильмами, что ли? Чтобы выжить, ага. Мы всегда уничтожаем самое дорогое.
на крышу, куда нам там. Я понял. Нужно. Это все поджечь, да? Ну да. Ну только чтобы огонь не рассеялся по всему зданию. Да пофиг. Да. Так, нет, нельзя подобрать лут, пока идешь. У какая крыша? Тут на крыше, мне кажется, более безопаснее бы было, чем. Смотри, да? А посмотри на горы. Как оно все масштабно. Так, есть. Ну что, подождите катушки. Давай попробуем удерживать. Я поджигаю. Ага. Так. Так, и... И откуда, мне интересно, сейчас тут будут вот эти бежать, зомби? Я уже их слышал. А вот... Не знаю, не знаю. Так, ну что, я попытаюсь тоже к тебе, да, залезть? Чтобы обезопаситься как-то от этого всего. Пулеметик. Может, поищи тут, может, еще где-то будет. Неплохо ты так смотришься с этой штучкой. Так. Но это все как бы, видишь, разгорелось. Так, у меня есть коктейль Молотова. Смотри, есть заборы. Да ёлки-палки. Так, ну я сейчас... Какие колонки? 100 метров на метр. Да, 100 метров. Ну что, побежали. Так, я сейчас вот так вот как-то. Не отвлекаемся на зомби, потому что, ну... Откуда они вообще бежат? Или я их не вижу? Не знаю, внизу где-то. Так, тут никак не спуститься. Отсюда все как на ладони. Двуличный город Хендерсон. Получается, никак не спуститься. Старинные кварталы для туристов. Значит, нам спускаться нормально нужно. То есть, да. Вниз... А тут даже никак, нужно назад. Нужно колонки включить как-то, каким-то образом. Ты что делаешь сейчас? Включай питание для чего-то. Ага, включил. Так, ну что, 75 и нужно спускаться вниз. Эх, я ставил халай кое-какие вещи. Видишь, да, сообщение? Ну давай, спускаемся. Угу, побежали теперь точно. Так, отлично. Подобрал. То, что туда не подобрал. Идешь? Да-да-да, я сзади тебя. Так. Что у нас тут? 65 метров, потом вновь подниматься, да, вот это вот все дело. Да не знаю, куда нам. Сзади бегут. Да, я вижу. Вперед куда-то. Так, есть. Фу, ничего себе. Так, ну что? В принципе, не отвлекаемся на зомби. Ну вот их можно убить. Да. Я бы сейчас предпочитал взять. Ух ты, дерьмо-то такое. Так. Ну что, рюкзак, я хочу немножечко сменить. Какие-то сменить. Соковая лопата. Пожалуй, ее надену. Потому что... О, тут еще чертеж. Так, ну что, вот я запускаю музыку. Тут чертеж есть, если нужно, иди бери. Угу. Звуковая граната какая-то. Нужно найдите музыкальные динамики, да. Ух ты же, где нам это искать? Ничего себе. При таком-то раскладе, да? В зомби-апокалипсис. Это ж не то, что пошел там в магазин. Я нашел или ты нашел? Да. Ты нашел? Да, сейчас, минуточку, отремонтировать все. Я тут на месте. Включите звуковую систему, я сейчас включу. Все, включил. Угу. Смотри. А, теперь они будут стрелять, наверное, или что мне? Да, фиг его знает, что они. Мы заберем вас домой! Готовьтесь к эвакуации! Ага. Сейчас посмотрим. Да, с иммунитетом. А, ну да, а потом этих просто стрельнут, да, в них, или... Или улетите. Или улетят. Да. Приказываю вам пустить этих людей на борт. Держаться! Таков приказ, сначала иммунные, а потом остальные. Ага, может. Довольно. Живо собирайте этих людей, или не получите никого. Я же говорил, что так и будет. Я поднимаюсь на борт. Сэр, еще один шаг, и мне придется применить оружие.
Гранатомета неизвестно откуда. Не смей нам угрожать! Вы за это ответите, солдат! Ну все, остается сбивать. Давай. Выстрелил куда-то вперед, а ракета полетела не знаю куда. О, вот дерьмо, а. Еще бочка вот этого. Да они откуда взялись, это так, непонятно. Ну они на звук же идут. Ну а мы же на крыше. Так. Ну что, давай. Отбейте атаку. Так, вот тут вот еще вижу двигаются ребятушки. Сейчас я в этой стороне помогу. О, гранатомет, смотри. Так, подожди. У меня тут тоже проблемки, которые связаны с зомби. Так, отлично. У меня тут он только что такие комбо с этой лопатой делал, что просто я не могу. Так, можно, смотри, этот забор ставить. Ставь. Да? Где? Да, вот. Заборы. Так, я еще поставлю. Вот баррикады. Угу. Так. Ну что, удерживать, включить питание. Зачем его сейчас включать? Так, ну я, по сути дела, попробовал. Упс. Так. Вроде бы везде, да, установили баррикаду? А, нет, 16 метров еще, да? Она говорит, использовать заграждение. Так. А где же еще баррикада? Очень странно. Так, есть коктейль молотова, граната, замечательно. Отремонтировать. Назад. Я сейчас, короче, знаешь что? Угу. Мины понаставлю, да, и все, чтобы они не так быстро Помирались. А тут по-любому нам нужно... А, тут уже сила Орды появилась. Да. Но нам нужно установить баррикаду еще где-то. Тут просто тумана не видно и на карте даже тоже не показывает. А, смотри, давай я за пулемет сяду, наверное. О, точно. Так, и посмотрю, что там к чему. Надеюсь, они по крышам не будут лазить. Да, фиг её знает. Так, использовать. Так, через туман ничего абсолютно не видно. Ну да. Есть. Так. Есть, даже по крышам лазит. То есть с крыши он спустился. Ага. И я даже вижу, с какого чердака они спускаются. Вот, мать его, дерьмо, а. Еще спускается с этого чердака. А, вижу, вижу. Так, есть. Получи дерьмо. Вижу. Так. Да, еще вот смотри. Так, стараюсь попадать. Смотри, сколько нам нужно обороняться. Да. Я совершенствую. Очень долго. Давай, дерьмо, спускайся ко мне. Охренеть, реально долго. А эти уже, я не знаю, что с ними случилось, что на вертолете. Возможно, и выжили, возможно, умерли. В принципе, не такая огромная высота, где они упали. Но он должен был взорваться, по сути дела. Так. Ну что, где они там? А, все, патроны кончились. Да? Да, пати накрывается. Придется руками. Вручную. Так. Да, реально долго, смотри-ка. Да. А у меня есть коктейли молотова, сейчас мы быстренько их постараемся убивать. Есть дробовик. Да твой... Зомбарь. Тут нужно молотова. Бы опять вот эти баррикады поставить, потому что они все пробили уже почти что. Да. Сейчас. Все, у меня есть коктейль молотова. Где? Дерьмища. Так. Вот ты. На тебе. Так, гори в аду. Так. Да твой.
Так. Что ты там? Сам себя взорвал? Или что? Да. Печаль. А я не знаю, что там. Беда. В смысле? Так. Я бежал, оно что-то взорвалось там. Ах. И опять что-то какое-то электричество включил, так, не знаю значит. Откуда. Не закрывай, не закрывай, ща. Ага. Так закрыт, там остался. Давай. Сейчас клади. Между прочим, замечательно. Отойди. Так. Тихо. Что? А, это... Да твою мать, да что? Как оно взрывается, если я кладу перед собой и отбегаю назад? Так. Я понял. Собственно, звуки вот этого лучше их привлекают. Так, ну что, где это дерьмо? А смотри, 20 метров нам к заданию идти. Видишь? Ага. Есть зомби. Тут. Вот так вот я им коктейльчик кинул, у меня его все равно есть, собственно, много. Так, сейчас они сгорят и... Так. Давай. Отлично, коктейли вообще просто супер эффективные. Да. Так. Не кидай, зачем? Нет. Я так в крайних случаях. Если уже надоест их просто вручную бить для разнообразия. Ага. Так, есть еще коктейльчики. Отлично. Охренеть, сколько. Смотри, еще даже половина не прошла. Да, это кошмар. Давай, выбегай отсюда, то я ставлю забор. Сейчас, минуточку. Есть лут. Так, я сейчас тоже пробегусь по заборам, посмотрю. Вот тут заборы есть. Да, только конкретно что еще закрывать? Так, оттуда лезут. Ух ты! О, смотри, сарай пробил. Нихрена себе. Я сейчас коктейль молотом достаю. Сейчас. Да не нужно. Нужно, он горит. Ну давай, кидай. Так. Я умер, но я коктейлями его зажег. Он горит полностью. Смотри, какую мы тут в канале устроили просто. Так. Смотри. Воу, что с нами? Да опять вот та баба, знаешь, что кричит. Да. Ну ничего, ща мы. Так. Я сейчас бабу эту подожгу. Давай, а то. Гори в аду. Так. Так. Да пошел вон-то. Против меня босс тут лезет. Просто под ноги. Гори. Так. Я с тобой. Так. 8 из 20 у нас патрончиков. Вот, видишь, коктейлями быстренько мы его зачмырили. Так, что ты тут? Включить питание. Я уже включал, я не знаю, что там. А оно привлекает, я так понял. Забери. Я так еще сказал, я так понял. Так. А, знаешь что еще? Смотри, иди сюда. Смотри, в чем прикол. А, когда мы включаем питание, включается ток. И они, собственно, когда идут, смотри, жарятся. И там возле ворот то же самое. Воу, смотри, там получается очень много зомбаков ломает ворота. Я кидаю просто сюда коктейльчик. Давай. Смотри, как они жарятся в куче. Где? Вон. Иди ко мне сюда. И еще один коктейль кидаю. Смотри, что я тут устроил. Просто. Так. Отлично. Куда ты бежишь на меня, мать? Так. Еще одну. Быстренько мы как-то с коктейлями, да? Расправились. Коктейли пропали. Печально. Да-да. Упс. Так, патрончики. Так. Ты где дерьмо? Себя взрываешь. Зачем? Ну, они им пофиг. Я под себя гранату. Я думаю, ты говоришь, я себя взрываю. Думаю, что за прикол? Да не, как бы я себя и взорвал, я под так, себя гранату кинул. Они вновь прорвались, нужно забор сейчас ставить. А, так. Так. Ничего себе, да? Сила орды, конечно же, тут да. Просто огромная.
Так, вы тут сами, да? Я вижу. Я пока, смотри, забор поставлю. Пока вы тут ее бьете. Есть, забор поставлен. Замечательно. Так, что у нас еще? Ага, вот. Есть новый босс. Там бомба, не ходи туда. Я понял. Спасибо. Так. Они сейчас прорвутся. А что, не взорвалось вот это? Так, я понял. Давай. Смотри, одни ноги остались, руки. Да, конечно. Так, вот, еще, смотри, прорвались. Ничего себе придется. А, коктейлей даже нету. Куда ты на меня бежала, дерьмо? Все, замечательно. Да твою мать. Спокойно. Спокойно. Так. Ой, я нашел коктейли Молотова. Пару штук. Это отлично. Так, ну что? Сейчас, наверное, самое тяжелое будет из силы Орды. Ну, понятно. Вот они лезут. О, уже лезут. В принципе, со всех сторон, смотри. Я для начала босса буду бить. Да. Тут два босса и две женщины при этом. Так. Этих я убил. Я сейчас постараюсь убить два босса сразу же. Крит, все, убил, короче. Один... Одного убийца. Минус. Да ты что? Что это взорвалось-то? Так. Ах, не киритую. Так, все. Наигрался. Замечательно. Угу. Так, босс. Еще один босс. Боссы не сильные, в принципе, мы их быстренько штурмуем. Кошмар, да у нас еще не было, да, такого, чтобы так долго было вот это вот все дело. Оборона. Ну, что вы, ребята, там? Оу! Да что ж ты. Давай. На уже. Отлично, отрубил ему голову. Так, коктейльчики. Отлично. Все? Ну, как последние. Так. Да, все, все орды. Наконец-то. Еще последние ост... А, нет, все. Нет. Это еще не конец. Если Серпо жив, он будет нашим козырем в переговорах. Глава 11. Мы военных прислать еще один вертолет. Может, на этом закончим уже или нет? Фух, ну да, на этом закончим. Уже 44 минуты мы снимаем. Ну давай, в принципе, тут же сразу. Да, тут и закончим, ребят. Спасибо за то, что смотрели нас. Под конец была жаркая битва. За это ставьте лайк. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.